Всем здорово, народ! С вами Пашка, и я продолжаю играть на серии Reject Mine. Это уже вторая серия по рубрике «Путь к миллиону монет», и в этой серии я вам расскажу, как поднять бабла с помощью казино. Но прежде чем я расскажу вам о способе, я хочу объявить о конкурсе на серии Reject Mine. Я подумал, у меня же есть конкурс на серии Sunrise and Donate, и почему бы не сделать такой же на Reject Mine? Я буду разыгрывать 3 эндера, 3 эмеральда, 6 даймондов, 9 голдов и 12 сильверов. Все условия для участия есть в описании, надо выполнить каждое условие. Ну а теперь давайте я расскажу, как же здесь поднять бабла. То есть, ребят, здесь стоит трое челиков вот таких, и у каждого можно поставить деньги. У одного можно поставить до 10 тысяч, у второго до 100 тысяч, и у последнего до 10 миллионов. Ставить им все это там, где можно максимум поставить 10 тысяч. И сама суть способа заключается в том, что вы будете ставить не один, а с вашими друзьями. Для начала вам нужно иметь хотя бы банк, ну, в 30 тысяч монет. Это если вам очень сильно повезет, то вы сразу выиграете. Даете своим друзьям по 10 тысяч монет и втроем ставите, допустим. Втроем это прям вот вообще нормально ставить, и шанс того, что вы выиграете, довольно-таки высокий. Сейчас вы увидите фрагменты, где я ставлю с моими друзьями. Также вы увидите, как я ставлю один или с моим просто другом вдвоем ставим, что вам не советую делать, потому что шанс того, что вы проиграете, довольно-таки уже большой. Одному вообще не ставьте, из-за этого я просрал много денег. Также посчитал, сколько я поставил, сколько я выиграл, всего сколько ставок, сколько проигранных и сколько выигранных. Все это вы увидите в конце видео. Ну все, приятного просмотра. Ой, ребят, совсем забыл, я же в прошлом видео про Jetman разыграл один донат-кейс. Давайте выберем победителя. Вот видео, вот сайт, мне повезет, а кому же там интересно повезет. Итак, Кизару Ютшоу побеждает у нас. Все, что нужно, ему написать мне ВКонтакте, и тогда я ему выдам приз. Все, приятного просмотра. Да меня даже тут нет, чем прикол, просто меня даже тут нет. Ты, Макс выиграл! 55 тысяч, просто 55 тысяч. Да, я выиграл, четко, 80 тысяч. 80 тысяч, пацаны, 80 тысяч. Я. Да? Натуре, что ли? Да, Макс. Просто, что это такое? Давай, два крутится, все. А, тут веселочек, либо зафрозен. Так, я, погоди, я там есть. Да ну. Я выиграл? Чего? Япон, там какая-то телка была, Алин какая-то, с 3%, я уже охренел. Пацаны, о, как раз таки там ставят уже. Бет, 10 тысяч, ставь. Там уже мое лицо было. Лол, просто крутой выиграл. Скажешь, там останется 20 секунд или что-то такое. Да, еще не. А кто там вообще 10к еще закинул? О. А, меня тут даже нет. Вот, я есть. А, ты есть. Я выиграл. Все, пацаны, изи, чувачки. Просто. О, веселунчик. Все, залетаем. Нет. Афейка. А нельзя ставить, парни. Ага. Я засел. Кто, парни? Кто, да? А так, все равно. Нет. Что, блядь? А. Ребят, банк в 57 тысяч, и надеюсь, мне сейчас повезет. Я закинул 10 тысяч один. Все, крутится, ребят. Тут только вот эти парни есть, а меня тут, я только тут. Intel Core 2.7 выиграл. У тебя 12%, у меня 12%, у какого-то рандомного чувака 12%. Опа-на. Ты здесь есть, надеюсь? Да ну, кто это? 8% это поп-что было. О, пошло. Да. Блин, меня даже нет тут. Пожалуйста, хоть тебя появились. Нет, меня тут нет. Да ну! 8%, да как? Он выиграл, он уже... Да пошел он вон. Он чисто пошел вон. Это уже началось, нет? Нет еще. Да, началось. Но меня тут опять нет. Ну что за херня? Ой, я есть. Как?
1% этого дебила! 1%! Ну какой... Ты выиграл! Чего? Чего? Что? Охереть! Охереть! У нас каждый раз будет 2-4%. И если просуммировать сколько раз... Ну опять, типа... Какой-то лисенок. Бекончика дофига. Чего, блядь? Чего? Опять ты выиграл? Есть, блядь. Все. Крутится, крутится. ЧСВ пацан не попадает в муть. Нет, 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 только не он. Только не он. Кто угодно, только не он. Поняли, да? Поняли, как вас погибнуло? Да блин! Какой-то Жека сейчас с 1% выиграет. Блин, как же мне нравится, короче, вот эта моя шляпа, которая... Да я манал, как вот этот хиат выиграет! Да в натуре он уже бесит. А, слава богу, там уже разыгрывается. Я только... Давай, 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 давай! Да, я выиграл, пацаны! Я выиграл! 93 кам. Ну мне даешь? Короче. Ну я каждому по 20к скину. Макс есть? Я наблюдаюсь. Макс должен быть тут. Я? Нет, Буладор опять, ну. Свою бошку часто вижу. Я выиграл, пацаны, изи. А, хорош. Да. Ты часто выигрываешь. Да, да пацаны, я просто не был, я просто Буладору. Буладору попросил подкрутку. 10%. О, дедшота много, дедшота много. О, я там есть. О, ты. Гика файл. Какой-то. 7%. Он и то ставил меньше, чем мы. Че прикол? 8. 7. 6. Ты поставил? Ну его тут нет. Забей, его тут нет. А, он ставил, он уже поставил, давно еще поставил. Я поставил. А, 100к. Там много кто по 10к закинул, так что... Охренеть, чисто Буладора, линка всякая. О, появился кто-то другой. А, дедшот там есть. Да ну, неужели она? Да ну нафиг, она бесит уже, это Алинка. Ну что, ребята, осталось 0 секунд, сейчас будет прокрутка, и я очень надеюсь, что я выиграю. Я поставил 10 тысяч. Так, все крутко. Я здесь есть, кстати. Но это вообще не решает ничего. Вот это тоже есть. И что? Буду я тут? Geek of Fail. Ну, кстати, уже выигрывал. Да, пацаны, я выиграл 46 тысяч монет, четко, просто. Я вообще даже не надеялся на победу, потому что я один, во-первых, который, ну, просто сидел, короче, коров убивал. Все, ребят, на этом моменте видео подходит к концу. Сейчас увидите, сколько я ставил денег, сколько я выиграл денег, сколько всего было ставок, выигранных и проигранных. И вы сейчас, наверное, спросите, о чем прикол? Типа, ты же, в принципе, ушел в минус. Да, согласен, я ушел в минус, но только по моей ошибке. Если бы я все ставки делал с друзьями, то есть втроем, четвером, то тогда бы я ушел бы точно в плюс, потому что на казике очень легко уйти в плюс. Но способ реально классный, ребята, я вам все советую, потому что, ну, серьезно, подняться очень легко. Если у вас друзья есть, или вы с монитора, зайдите там, поставьте. Ну, очень клевый способ. Ну и в огромный минус то, что вам нужен хотя бы минимальный банк, а также постоянный заработок. То есть на меня, допустим, он на коровах,
Я, допустим, если сливаю на казике, то я иду на корову, фармлю еще 10к и ставлю обратно на казике. Тогда я уже, возможно, выигрываю. Кстати, ребят, я хочу делать еще стримы. Если вы тоже хотите смотреть мои стримы, то в правом верхнем углу подсказочка голосуйте, хотите ли вы видеть стримы или нет. Еще, ребят, за два ролика вы уже увидели то, что у меня до сих пор нет никакого прогресса по балансу. Я вам скажу почему. Все деньги, которые я выигрываю, я спускаю на кейсы, то есть покупаю там. Но теперь, вот с этого момента, я буду копить деньги. Я не потрачу ни одной монеты на кейс. Все. Просто буду копить деньги. Также, ребята, буду пользоваться способом, который связан с коровами. И таким образом я очень много нафармлю денег, если не буду их тратить. Всем удачи в конкурсе. Всем пока.